Это вот так у нас стадион подготовили к чемпионату мира, к тренировкам. Это вот ужас, что творится здесь вот в этой проходной части стадиона. Это еще никто не видел и не глядел. А мы покажем, что это творится за бесхозяйственность такая. Это с ума сойти. Вот это вот все обливается горькими слезами. Это как бы с глаз вон. И не видно ничего, да? А мы увидели прекрасно все, как здесь все сделано, так скажем, для подготовки чемпионата мира по футболу. Как бы здесь должны были тренироваться люди. А вот хватит, а тут вообще никто не будет тренироваться, как мы уже знаем. Отказались просто-напросто тренироваться люди. Вот в таком бардаке здесь, кто будет здесь вообще тренироваться, скажите, люди. И вообще, я считаю, вот это то, что вот сейчас мы показали, это ни в каком образе, никакому черту даже не годится. Вот это что творится здесь. Именно вот в этом проходе, это люди должны здесь проходить, смотреть футбол, а неизвестно, что здесь происходит. Все закрыто, и ничего не видно, и ничего это не показано. Вот. Так что, люди добрые, здесь вот полный бардак и полное попустительство властей. Не знаю, кто это что делает, для кого что это делает. Это все бардак, абсолютно бардак. Больше никак не назовет. Вот и все. Вот один товарищ тут вот заделывает он брусчатку, когда уже она должна уже быть готова. Вот. А уже ничего уже тут не сделают, кроме вот этой вот брусчатки, больше тут абсолютно ничего не сделают, вот, ничего не установят, так как вот абсолютно уже наплевали на все, абсолютно, люди ходят, никому нет, безнравственное вообще положение города и наших властей. Так что вот, все это мы покажем и расскажем сейчас воочию. Здесь он тоже, не знаю чего, хотя вот там что-то должны все сделать. А закрыто здесь. Кто ты? А вот здесь мы увидим полностью, что там творится. Абсолютный бардак. Все закрыто. А мы вот увидели и узрели. Ну что, пойдем дальше по городу гулять. Выявлять какие-то казусы в нашем городе. Вот заляпываем старье все. Подкрашивают старье все, не знаю чего. Но тут должно быть, конечно, по уму довести. Сперва оштукатурить все по-хорошему. Все эти трещины оштукатурить. А потом и малярить. Вот она уже бросила все. Вот, потому что мы снимаем. А это уже система нереальна. Все похоже. Факт налицо, что делают, не знаю чего. Мужчина, а вот почему, извините, пожалуйста, не оштукатурены и уже красите? Как это понять? Это уж не ко мне. Без подготовки? Это уже не ко мне. А к кому? А кому вопрос? Скажите, пожалуйста. К начальству. Им сказали закрасить, они что? Нет, это понятно, что им сказали закрасить. Но я понимаю, что надо... Ладно, оштукатурить, понятно, надо, да? Оштукатурить ведь сперва надо, правильно? Где они уже деньги в карман положили? Пошли. Ну, мы сейчас наблюдали такую сцену. То, что происходит... Показывать? То, что происходит здесь с покраской этой трибуны. Не подготовлено ничего. Не отштукатурено, не отшпаклевано, и сразу наносится краска. Это что? Это факт налицо. Факт налицо к тому, что это безобразие полное уже, несоответствие с инструкциями данной работы. Вот. Что хочу сказать. Ну что, смотрите сами, что происходит воочию. Наши власти города
и так прочее. Также опять попустительство, очередное попустительство властей. Больше ничего. Дан указ, значит, только покрасить, а как покрасить, и все. Лишь бы только было что-то сделано и что-то было видно. Показуха. Больше ничего. Вот что я хочу сказать. Все.